Результат товарищеского матча сборных Ирландии и России, я думаю, все уже знают. 0-0. Выступают наши команды в Дублине всегда очень тяжело. В четырех предыдущих матчах сборная СССР лишь однажды в 1972 году выиграла 2-1. Еще одна ничья и два поражения. Совсем непросто бороться с физически хорошо подготовленными футболистами лучших английских клубов. Плюс на этот раз дополнительные трудности. Дождь, ветер и отсутствие времени для сыгранности. Вот этой сыгранности и не хватало сборной России. Но в обороне наши сыграли неплохо. Отлично действовал Харин. Понравились новички Ковтун и Рахимов. Тетрадзе был активен. Атака не очень ладилась у россиян, хотя отдельные выпады были опасными. Ну, мы видим, что ирландцы атаковали больше и острее. Хотя вот в отдельных моментах и наши были близки к успеху. Это Джеки Чартон, тренер сборной Ирландии. Во втором тайме, вот когда Бурдюка схватили за майку, арбитр был просто обязан назначить пенальти в ворота наших соперников. Вот еще раз посмотреть этот эпизод. Но свистка не было, и игра завершилась в ничью. Нашим тренерам нужно скорее определиться с составом, и тогда легче будет вести планомерную подготовку, наигрывая тактические варианты с конкретными футболистами. У нашей сборной много других проблем. Недавно созданный форум болельщиков футбола готов оказывать сборной России всяческую помощь.